проповедовать. Постараюсь сделать это быстро, потому что все, наверное, уже немножко устали. Я могу перенести на следующий раз, на самом деле, если чувствуете, что... Я хочу поднять тему, которая немножко провокационная. Кто из вас знает, что такое Аллаха? Кто знает, что такое Аллаха? Поднимите выше руку. Народ живущий... А? Галаха, Галаха, Аллаха. Что такое Галаха? Правила. Правила. Письменное, неписьменное. Скажем, устное, неважно. Аллаха в еврейском понимании это свод правил, как жить ежедневно. Мы знаем, что на чем основывается еврейская вера? Кто-то знает? На чем? На каких книгах? Священное Писание, Тора, Танах. На самом деле христианство тоже на этих книгах основывается, правильно? Но в среде народа постоянно возникают какие-то, складываются правила. Большинство верующих, я буду сокращать, наверное, не буду всю вот мысль развивать. Большинство верующих, имеется в виду в Иешуа, особенно новохристиан. Когда говорю новохристиан, подразумеваю вот эти вот все современные, модерные, динамичные общины. Когда они слышат такое слово, как Аллаха или законы, у них сразу такое ругательство появляется. О, вы законники. Законничество. А что такое Аллаха? Кто-то знает, что такое Аллаха? Вот, ну, какие мысли? Вот, что мы знаем про это? Ну, каких законов? Не совсем. Вы не правы. Образ жизни. Знаете, что такое Аллаха? Там прописано, вот, день человека. Ты проснулся, и ты должен сказать, благословен Бог. Там есть молитвы, которые должны сопровождать все этапы своей жизни. Типа, вот я вам дам, чтобы вы поняли. Проснулся, должен сказать, благословен Бог, который... «Верну мою душу мне, и я пробудился». Ты пошел, искупался, ты сказал благословение. Ты сел за стол, чтобы кушать, ты благословил имя Господа. Ты пошел на работу. То есть правила, которые сопровождают. Кто любит правила? Я, например, не люблю правила, честно говорю. Я ненавижу правила, не люблю правила. Не хочу никаких правил, но по жизни... Учусь, что без правил будет плохо. Если не будет правил на дороге, то будут большие проблемы, будет много аварий. Но в христианстве, когда они говорят про мессианские общины, очень часто говорят, о, это люди, которые подчинили себя закону. Вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле, если мы говорим об историческом христианстве, оно еще более законническое, чем любой иудаизм. Любой, я сейчас все обобщаю вместе. Дам вам пример. Кто-то слышал такое выражение «поучение старцев»? Слышали? Вы знаете, сколько этих старцев было в разных деноминациях? И вы знаете, какие тома они написали? И много рекомендаций, которые они там написали, как жить. Тоже чистая Аллаха, только христианская. Про что я говорю? Когда ты пробуждаешься, ты должен сказать такую молитву. Когда ты идешь дорогой, ты должен говорить такую молитву. Когда ты садишься за стол, ты должен... То есть всякие условия... А нужно ли оно нам? А зачем оно нам нужно? Может быть, мы можем быть свободнее без всего этого? Ведь не случайно апостол Павел в одном из своих посланий говорит следующие слова. Золотые слова. Такую уверенность, это второе послание Коринфянам, 3 глава 4 стиха можно высветить. Такую уверенность мы имеем в Боге через Машиаха, не потому, что сами о себе могли подумать такое. Он дал нам способность быть служителями нового завета, не буквы, но духа. Потому что буква что делает? Убивает. А дух животворит. Кто написал эти слова? Вот в чем ответ. Мы не понимаем, кто это написал.
Это не был какой-то мужик, который бутылки сдает. Это был рав Шауль, эксперт в законах. Сейчас я вас подведу немножко к одной мысли. И очень хочу, чтобы вы подумали о ней немножко. Кто знает, в чем разница между профи, профессионалом, и человеком, который начинает где-то работать? Саша, ты работаешь на CNC, правильно? Сколько лет ты там работаешь? 15 лет. Ты уже профи, правильно? Ты там уже знаешь все. Что отличает твою работу сегодня от того, когда ты начал? Вот кинь несколько мыслей нам. А? И что этот опыт тебе дает? Хорошо, ладно, услышали. Ростик, ты 20 лет инженер-электрик. Ну-ка, скажи, разница между что было и что сейчас? Саша, ты человек, который можешь все руками. Но ты когда-то не все мог руками. Разница между сегодня и вот тогда. Скажите одно слово. Я жду одно слово. Прогресс? Нет. Нет. Правильно, это все правильно. Одно слово. Практика. Практика это правильно. Еще, еще. Способность импровизировать. Профессионалы в любой профессии, они настолько здорово плавают в стандартных правилах, что когда касается нужда симпровизировать, им вообще нет никакой проблемы. Сергей, я ошибаюсь? Для музыканта. Ты мог импровизировать, когда начал учиться играть на гитаре? Я сегодня импровизировал. А сегодня ты импровизировал, потому что ты 20 с лишним лет. Павел, эксперт богословия, эксперт в каких-то законах, говорит, буква убивает, если ты как эксперт подчиняешься букве. Но если ты, как начинающий, начинаешь импровизировать, на что похожа твоя импровизация? Называется «оторви и выкини ее». Она вообще ничего не стоит. Потому что, когда ты импровизируешь, потом три эксперта будут все это исправлять, чтобы покрыть всю твою импровизацию. Почему я поднял эту тему? Я скажу, почему я поднял эту тему. Некоторые из нас пришли к Господу во время определенного духовного подъема. Есть такое положение в истории, как пробуждение. Вот был такой порыв. Многие знают, про что я говорю. И когда ты на этой волне приходишь к вере, то на самом деле тебе не тяжело читать Писание. Тебя что-то изнутри подталкивает к тому, чтобы молиться. Ты с удовольствием, даже преодолевая усталость, бежишь, чтобы встретиться с друзьями, чтобы обсудить какое-то место Писания, просто пообщаться. То есть то, про что говорится, вот настоящая живая кигила, это вот когда вот этот подъем. А когда начинается спад, к сожалению, эти спады частяком бывают. Что делать? Кто из вас переживал такой момент, что, ой, я сегодня даже не помолился. Ой, я уже 5 дней Писание даже не открывал. Что-то... У кого такое было? Сейчас скажу вам два термина. Поймете, к чему я говорю. Два термина. Писание говорят о Боге. В некоторых случаях говорят Бог отцов наших. А в некоторых случаях говорят «мой Бог». Я уже на эту тему говорил в нашей общине, но повторюсь, потому что эти вещи важно услышать. Когда Писание говорит «Бог отцов моих», подразумевается, что я в поколениях рос в среде верующих людей. И ихнее поведение, оно настолько для меня обыденно, реально и вот так я живу,
Не надо этому учиться заново. Это большое богатство детей верующих родителей. Потому что они чему-то учатся с молоком матери. Они понимают, что за еду нужно помолиться, что на ночь ты идешь спать, нужно попросить Божьего благословения. То есть это на них, для них, они это видели от родителей, оно впиталось в них, дало ли оно им веру. Я вам скажу, определенный уровень веры да дало. Это может быть не та горящая вера, которая тебя заставляет веровать и низводить огонь на землю. Но это вера, которая характеризуется одним четким состоянием. Я бы назвал бы его стабильность. Дети верующих родителей, вы можете сказать, подтвердить. Может быть, я не переживаю огня, но я знаю, что Он есть, имейте в виду Господь, что Он рядом со мною, и Он поддерживает меня. Когда Писание говорит другой термин, Бог мой, подразумевает, что я, как индивидуальность, личность, пережил какое-то пробуждение. Он коснулся меня. И я стал верующим. Но, когда огонь пробуждения спадает, я знаю много верующих, рьяно верующих людей, которые встретились с мудрыми искусителями. И те их просто совратили с верного пути. Потому что хоть те верующие, рьяно, пережили это пробуждение, у них не было вот этого отцовского генофонда. И им было очень сложно устоять, когда более мудрый и более испытанный человек просто повернул их в другую сторону. Вы знаете, хорошо иметь и ту, и другую веру. Обе. И личное переживание, и наследственный опыт веры от родителей. Но к чему я это говорю? Апостол Иоанн. Откровение. Мы читаем про Лаодикийскую общину. Ангелу Лаодикийской церкви напиши Откровение 3.14. Так говорит свидетель верный истины начала создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Но ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Состояние не холоден, не горячий. Вот пробуждение, огонь сошел вниз, и ты вдруг себя чувствуешь опустошенным. Ну, как бы ничего особенного не случается. Я спокойно живу, но я вроде мало молюсь, вот вроде нет у меня что делать. Вы знаете, Аллаха, свод правил, как жить, был написан именно для того, чтобы погрузить человека в определенную систему жизни. Чтобы какие-то ключевые барометры или столбики могли быть в нас, поддерживая нас. Вы знаете, у нас дома два поколения детей. Есть старшие и есть младшие. Мы за время, пока родились старшие и пока родились младшие, мы с Ниной сильно-сильно изменились. И, естественно, определенное впечатление, которое мы дали нашим детям, старшим и младшим, разное. Вы знаете, мои старшие, верующие, нормально, могут сесть за стол, поесть, вы помолились, ой, забыл. Мои младшие, ни Эля, ни Яир, никогда не сядут за стол, не сделав браху. Потому что мы изменились, и мы уже на них отразили некоторые совершенно другие ценности. Я, к сожалению, сейчас я говорю к сожалению, я замечаю, что некоторые наши люди в момент спада мало молятся, мало читают, мало о чем-то вообще задумываются духовным. Они отвлекаются любой вещью, которая способна их отвлечь. Я разговариваю с руководителями других мессианских общин или пасторами других церквей и с ужасом слышу, что это не только у нас.
Это повсеместное явление. Потому что, к сожалению, не были заложены для всех определенные какие-то маячки, которые были бы частью нас. Я не люблю никакие законы. Меня тошнит от всех законов. Не знаю почему, так я устроен. Есть люди, которые любят порядок и то. Но я вижу пользу и важность некоторых, небольших, но каких-то прописных истин. Вы знаете, что я хочу поговорить с нашими старейшинами. И я бы очень хотел, чтобы мы начали подумывать о том, чтобы какие-то простые, наши еврейские, наши мессианские принципы адаптировать, даже записать их, чтобы каждый из нас мог и для себя это взять, но самое главное – передать своим детям не принципы толкования Писаний, а как нам просто по жизни жить. Что утро – хорошо начинать с молитвы, и день заканчивать – этой же самой молитвой. И когда ты имеешь свободный момент, пускай это только один раз или два раза в день, открыть Священное Писание. Или когда ты заходишь в шаббат. Мы сейчас подготовили вместе с Димой, с Андреем и с Наташей, мы подготовили такую брошюрку, она залитая, крепкая, она не будет трепаться. Мы раздадим каждому, кто дома собирает каббалат шаббат, чтобы у вас не было двойной мысли, что же, как сейчас молиться. Там есть элементы и провозглашений традиционных, там есть элементы Торы, там есть элементы Нового Завета, чтобы каждый мог, просто сев за стол, благословить имя Господа, чтобы это вошло в благословенную привычку, чтобы это рефлектировало на ваших детей, чтобы когда их кто-то где-то спросит, а ты во что веришь-то? Он бы не задался тройным вопросом, как это более дипломатично истолковать. Многие, к сожалению, задаются таким вопросом. И иногда мы находимся в периодах упадка, но не имея простой, я сейчас не говорю за сложную, традиции. Мы просто становимся, как вот эти ладикийские ребята. Ни холоден, ни горяч. У нас нету желания молиться, потому что у нас нету к этому никакой привычки. Но на времена падения были и другие образцы в священных писаниях. Я вам просто вычитаю другое место из того же самого Откровения, которое тот же самый Иоанн записал. То есть ладикийцы были не холодны, не горячи, а филадельфийская община была совершенно другая. Так говорит Святая Истина, 3 глава 7 стиха. «Имеющий ключ Давидов, который отворяет, никто не затворит, затворяет и никто не отворит, знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы», то есть состояние недуховного пробуждения. «Но сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они правы, но они лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя в годы искушения». Йешуа, не какой-то посланник, говорит, есть две позиции. Чтобы быть в позиции филадельфийской общины, нам нужно какие-то маячки, утвержденные в нас. Как помолиться с утра? Об этом спрашивали ученики своего Господа. Они говорили, научи нас молиться, как и Иоанн научил своих учеников молиться. Апостол Павел предлагает несколько молитв, говоря, вот этой молитвой молись, чтобы побуждать ту внутреннюю заинтересованность в Творце. К сожалению, мы не всегда находимся на пике пробуждения. Эти моменты бывают, Бог посылает их. И есть подъем, и есть сила. Но когда мы спускаемся вниз, в нашу рутину,
Нам важны какие-то стандарты. Почему я говорю об этом? Чтобы каждый мог взять для себя, мы не спускаемся ни в какое законничество. Я первый, кто не любит эти вещи. Но они нам нужны ради наших детей, чтобы наши дети возрастали в вере, чтобы наши дети были утвержденные. Ладно, достаточно. Хватит сегодня. Чего? Аминь, меот. Ты говоришь, потому что у тебя дети, и ты знаешь, что как это непросто в них вкладывать. Что-то здесь жарко стало. А может, включим еще мозганчики какие-то? Что-то жарковато стало. Пожалуйста, Костя. Я хочу помолиться. Сергей, ты уже отдышался? Пару песен сделаешь нам в заключение? Давайте мы все встанем и уберем свитки Торы. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Амен. Вот Тора, которую Моше передал народу Израилю по Божьему повелению через Моше. Амен. Давайте мы споем все вместе. Эц Хаим, высветите, пожалуйста. Эц Хаим хи лемахазиким ба ветом.